господин Сеном, и мы продолжаем Спинтарс Мадрана. На дворе ночь, мы сейчас находимся вот здесь. Один грузовик, второй грузовик у нас вот здесь. Я вот здесь как-то проскочил, а вот это поломанный у нас. Вот он, смотрите, урон. И мы, ну, попробуем выехать к базе. Погрузка бревен. А, это погрузка бревен. Точка погрузки. А нам надо вот сюда. Вот гараж. В общем, давай попробуем этим выехать или не. Все-таки давайте мы пересядем на другую машину в гараже. Это у нас кто там? Гараж С. Вот. Платформа, полуприцеп, гаражные части. Гаражный фургон. Вот, гаражные части. Набор для крана, платформа лесовоза, прицеп, распуск. Окей, установить. Фургон, запасное колесо. Хорошо. Заводим. Гаражные части. И нам буквально вот сюда вот нужно проехаться. И доехать нам надо. Весело, конечно. В общем, повторить тот же самый путь. Метра, но в итоге это нужно делать. 2 часа ночи на дворе, а мы еще ни сном, ни духом, да? Поставить, чтобы видеть, куда ж ехать. Лю, где тут дорога, блин? Нормально.
Причем не выйдет никак. Пока что будем ехать без полного привода и без блока дифференциала. На первой передаче, не спеша, потихоньку. В общем, как и то. Отремонтируем эту машинку и потом поедем уже. Как-то ночью под рассветом ехали татары. Так, а тут секунду. Тут можно либо налево, либо направо. Давай в этот раз налево. Давайте. Проехали большую лужицу. И по дорожке мы поехали, помчались. Ну, дорога здесь пока что не так уж и грязная. Ну, то есть не застряешь, экстремала пока что маловато. Ну, для начала нам хватит экстрима. Потому что мы уже на экстримар начали одну машину так за... довели ее до такого, что она вообще аж разлетелась на куски. Ну, это так я образно выразился, но на самом деле почти так оно и было. Начинает светать 5 утра. Пять утра. Ну, сейчас посветает, и нам будет намного проще как-то убираться и ехать куда-то, что-то делать. Кабины. Так, мы
будем, хотя тут зрелище не ахти, но зато мы будем видеть, куда мы едем. Можем по этой дороге потом вот так вот выехать. Мы можем на заправку заехать? Как думаете, на заправку? Ладно. Сначала нам надо починить эту машину. В общем, вызвали техстанцию на колесах. Вот такими дебрями мы пробираемся, чтобы отремонтировать ту машину, которая по неизвестным причинам поломалась. Будь она неладна. Кабины, честно говоря, ну то есть вид сам хорош, но приборная доска вообще никакая, хотя бы реальность, то есть так как в грузовиках там выглядит, они какой-то, ну такое пособие для пионеров выложили. Куда едешь? Ну да, туда. Машина первая передача. В общем, машинка хорошая, мощная и пока что даже не застряла. Ну так как она не очень груженная.
созерцание. Так, тут куда? Тут прямо. Угу. Я даже не вижу, что кто-то есть. Это я ж тут ехал. Он другому позвонит. Едешь. Ну да, туда. Вот в таком дремучем лесу живут страшные, страшные звери, которых мы не увидим никогда. Ну то есть в плане того, что звери как звери, дороги пока что как дороги. Пока ничего сложного я не увидел. Ну, то есть, то, что поломалась машина, это еще не значит, что поломалась она. Я, конечно, не совсем понял, но у меня подозрение в том, что она застряла там, и я выжимал все соки из нее. Она стояла и не могла никуда сдвинуться. То есть загнал машину по полной программе. Вот результат. Взрыв и все, мотора нет. Вот едем чинить. Нам. Ну, в общем-то, да. Thank you.
что дальше? Я что-то не понял. Где-то она там вот правее должна находиться. Блин, тут заехали. Чудовище, два. Бачишь, вот ты вот точно так же застрял и газовал. Вот оно и привело к последствиям. А шо, ремонтной части не? Да ёшкин кот, ты что, издеваешься? Это не то, что... Да и ладно. Вот это да. Это не то, что ты думал, да? Да. Thank you.
вообще поломанный уже. И шо це? Шо з ачівками мені тут світять? Прикольно закопався я. Села машина. Сейчас еще это поломаю. Ага. Давай пускай сама выпадается. Все.
Ладно. Видимо, не судьба. Левее нам бери. Наверх. Еще один стоит, в общем. Ух ты, нет, нет, нет. Давайте будем его вытаскивать. Нормально, там и там уже забрали. Тебя завезли. Везде брыло. Да уж. Ну что ж. Что такое? Надо искать дальше. Пути отхода. Погрузок бревен. Точка погрузка бревен. Точка разведки. Точка разведки. Ну, давай сюда. Так как тут болото, то да, тут надо полный привод. То есть сейчас будем грузнуть. Да уж, поехали. Надо будет открывать. Думаешь, тут ты проедешь? Не, я думаю, ты тут не проедешь. Давай налево поворачиваем. Вот тут туда. Должен куда-то попасть. Сейчас куда-то, как всегда, заедем никуда. Вот, пожалуйста.
мы получаем новую ачивку, которую мы не знаем какую, потому что у нас... Не скажу почему. Вот такие у нас дела. Да. Ой, ночь, тоска. Ну вот. Наступает у нас болотистая местность. Планушки, да-да-да. Так, смотрим, что у нас тут открылось. И мы видим... Точка погрузки, погрузка бревен. Угу. Дальше нам надо будет открыть. Наверное, поехали вот эту открывать точку разведки. Да. Но это будет все в следующей серии. Так как я подозреваю, что... Да. Ну, на этом мы заканчиваем нашу, тем более начинает темнеть. Вот тут такая вышка для охотников. И нам вон в ту сторону надо будет продвигаться и открывать следующую часть. Глушим грузовик пока что на перекур. На ночлег мы сделаем остановку. И потом в следующей серии мы продолжим нашу экспедицию. Правда, в ночи, к сожалению. Ну что ж, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Что вам нравится, что нет. Я понимаю, что я не очень разговорчивый, но так как пока... К сожалению. Ну, будем стараться, будем исправляться, обещаю. Всем спасибо за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь, пишите ваши идеи, комментарии. И не забывайте, когда подписываетесь, нажать на колокольчик, так как вам будет сообщаться о новинках на канале. Всем спасибо за внимание, всем пока, всем удачи.